Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал «Футбол — это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч Португалия против сборной Уругвай. Обязательно пишите ваши прогнозы в комментариях. Интересно будет потом почитать и сверить с реальным результатом. Эти две сборные встречались на чемпионате мира 2016 года, если я не ошибаюсь, в 1/8, и тогда Уругвай прошел. Но это если я ничего не путаю. В первом туре этого уже чемпионата мира сборная Португалии обыграла сборную Ганы. Так, знаете ли, на тоненького, если бы не Иньяки Уильямс, была бы ничья. Но вот как раз про ничейный результат, то сборная Уругвая не реализовала два своих единственных там буквально момента, зато это были самые опасные моменты за матч. Вот, не реализовали, сыграли в ничью с Южной Кореей, которая по игре мне даже более симпатизировала, нежели чем сборная Уругвая. Но Криштиану Роналду, как мы видим, забивает гол и выводит сборную Португалии вперед. На этом первый тайм и заканчивается. Криштиану вот забил в концовке уже первого тайма. У Криштиану два уже забитых мяча на чемпионате мира. Первый забил ворота как раз сборной Ганы с пенальти. Здесь уже с игры. Ну вот мы видим атаку сборной Уругвай. И Луис Суарес забивает. Как будто вот вернулись мы в 2015-16 год, когда Криштиану и Луис Суарес соревновались, еще играя в Реале и Барселоне. Но это чемпионат мира. И на этом матч с таким счетом заканчивается 1-1. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол — это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.